получается. Вот. Это вот мой планшет. С таким вот красивым чехлом. Здесь он съемный чехол. По бокам силиконов, мягкий. Только посмотрите, какой красивый цвет. Как красиво переливается. Так, сейчас постараемся включить его. А пока как он включается, сейчас рассмотрим, что у нас идет в комплекте. В комплекте у нас идут, получается, очки. Далее у нас идет, получается, один наушник. Далее у нас идет, тут получается, стилус. Стилус плюс еще брелок. Далее у нас идет блок. Блок с кабелем. И, соответственно, так, здесь у нас идет, получается, переходник с флешки на Type-C. Далее у нас идет вот такой вот держатель, который можно прикрепить к самому планшету и вот так как бы держать его, да? Вот, далее здесь у нас идет, получается, клавиатура, сменная магнитная клавиатура. Обратите внимание, можно подключить через Bluetooth. Русский язык, все здесь у нас имеется. Далее сам планшет. Вот. Очень плавно работает. Глаза не мозолит, самое главное. Вот очень много разных уже скачанных игр, что будет удобно вашему ребенку. Вот. Так, давайте сейчас. Так, настройки. Так, language. Вот, сейчас. Так, секундочку, вот, русский язык. Все. Уже идет загрузка. Так, дальше у нас идет, получается, память. Доступно 512 гигабайт, друзья. 512. Далее. Память. Все. 12 на 512, как и было заявлено в общем. Количество у нас имеется. Для заказа пишите.